Накануне в Гомельскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом перелом ноги со смещением был доставлен 38-летний местный житель. Выяснилось, что травму он причинил сам себе, выпрыгнув из окна квартиры своего отца. Находясь в гостях, мужчина оказался заперт и, чтобы покинуть отчий дом, решил спрыгнуть со второго этажа. Но побег на волю вышел неудачным и достаточно болезненным. Ближайшие несколько недель потерпевший проведет на больничной койке. Сейчас правоохранители разбираются в причинах поступка гомельчанина и выясняют, был ли он пьян.